А еще я хотела сказать, что скоро у нас в доме будет пополнение. В Турции. Но я не скажу, если Ваня захочет, он скажет. Но скоро все узнаете, увидите. Приятные такие события. Позитивные. Вот думая про это, у меня уже улыбка на лице. Это не беременность, я никогда не буду там заинтриговать вот этим. Нет, это не беременность, это что-то другое. Так что скоро все узнаете, все увидите.